Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вместе с вами распаковать свою новую куклу от LOL. Это у нас линеечка Sunshine Makeover. Насколько я знаю, в этой линейке вышли 3 куклы. Вот так выглядит кукла, которая мне из этой линеечки больше всего понравилась. И вот еще 2 героини, которые входят в эту линеечку. И особенность этой линейки в том, что на солнечном свету у куклы на одежде проявляются какие-то рисунки. Также вот меняется цвет волос. Ну и, возможно, на лице тоже какие-то проступают рисунки. Вот так выглядит спереди коробка. Вот такая информация. И давайте достанем куколку и посмотрим на нее поближе. Так, коробку поставим. Сзади коробки, вернее подложки, сразу можно увидеть вот такой пакет, который мы сейчас тоже открепим. И вот так выглядит куколка на подложке. Подложка выполнена ярко, красиво. Сама куколка, на мой взгляд, тоже симпатичная. Также мне у нее очень понравился аутфит и аксессуары. Ну и давайте начнем с пакета. Посмотрим, что же у нас там внутри. Сейчас я мини камеры достану, покажу вам. Здесь у нас подставка идет такого приятного пастельного цвета, 2 крепления. Вот как раз все 3 героини этой линеечки. Такая здесь у нас инструкция, информация. И вот показано, что меняют цвет при солнечном свете эти куколки. Сейчас соберем сразу подставку. Я воспользуюсь одним креплением. Заказывала на Сбермаркете. Была на нее хорошая скидка, плюс я, как обычно, списала бонусы. И вышло очень выгодно. Вот такая здесь щеточка идет в комплекте. И давайте уже освободим саму куколку. Сейчас я постараюсь тоже побыстрее за камерой освободить аккуратно. Сразу покажу, что идут вот такие очки. Симпатично оформлены, с цветочками. Куколка, как всегда, надежно зафиксирована, что я считаю каждый раз, что могло бы быть, конечно, всяких креплений поменьше, тогда бы было попроще и побыстрее можно куколок откреплять. Ну и плюс еще бывает, от этих креплений остаются какие-то дырочки на одежде, потом из волос тоже сложно все это так срезать крепление, чтобы ничего не торчало, не царапало. Куколку освободили. Так выглядит подложка без куклы. Ну, давайте посмотрим на куколку. Как вы видите, здесь особо никаких сюрпризов не предусмотрено. То есть вот у нас подставка, щетка и очки в комплекте. Но при этом давайте рассмотрим куколку саму. Волосы залачены, буду мыть их, потому что я люблю, когда волосы приятные, шелковистые на ощупь. Такая интересная у нее прическа. Гулечки такие, но в виде бантиков они сделаны. Также обратите внимание, очень красивые серьги.
к этим в комплект, к серьгам идет вот такое ожерелье, маникюр и весьма и весьма интересный здесь наряд. Топ, расшитый жемчугом. Вот такие наручки идут, как отдельные, не знаю, как деталь одежды это называется. Но смотрится очень красиво. Бантики, пышная юбочка. И здесь, я так думаю, сейчас я откреплю. Мне кажется, здесь надо, да, здесь есть крепления, которые можно открепить. Мы открепили. Так, сейчас со всех сторон открепи. Посмотрите, как сразу вверх взмыла юбочка. Может, не надо было все крепления откреплять. Но получается, что у нас здесь вот такой красивый топ. Тоже вот он, видите, как красиво сделан. Вот такая пышная юбочка идет. И под ней еще юбочка, которая очень сочетается с топом. Как вы видите, тоже здесь как жемчужинки. Трусики нарисованы. Тут и перемычка такая, чтобы юбка не переворачивалась. И вот такого цвета нарисованные трусики. Также обратите внимание, у куколки красивые такие носочки или даже гольфики, наверное. И обувь. Все так всегда здорово детализировано. Такие сапожки. Конечно, у нас сейчас, к сожалению, здесь нет солнечного света, чтобы посмотреть, как у куколки поменяются цвета. Но я вот понимаю так, смотрите, если сравнить с картинкой, вот светлые пряди в волосах должны цвет поменять. И также вот одежда цвет меняет, вот на ручках, топ, сами гольфики, и даже на сапожках проявляется рисунок. Я не знаю, это, наверное, надо, когда солнечный день, может, на окошко как-то поставить, посмотреть, как цвет проявится. Но хочу сказать, что даже вот просто без всякой смены цвета мне куколка нравится. Вот такой у нее приятный, нежный макияж. Мне кажется, очень и макияж, и прическа, образ, одежда. Вот все очень так сочетается, как-то, знаете, гармонирует с куколкой. Когда помою волосы, уверена, что они будут такие более шелковистые, очень приятные будут на ощупь. Так, на первый взгляд, давайте посмотрим. Ну, прошивка неплохая. Я видела с более такой редкой прошивкой куколок. Единственное, если учесть, что в комплекте особо ничего не идет, то если смотреть на стоимость у нас без всяких скидок, то куколки стоят, на мой взгляд, не бюджетно. Но, с другой стороны, это качественно выполненная куколка. У меня дочка периодически в куклы играет, младшая. И ничего с ними не происходит. Всегда очень продумана вот детализация, знаете, вот прям до самых мелочей. Все так красиво, качественно. Поэтому, ну, в каком-то смысле, может, цена и оправдана, если получается купить со скидкой. И вот как я, например, воспользовалась бонусами, списала бонусы, то, ну, весьма получается приобретение, можно сказать, выгодное. Ну, для таких куколок. Сейчас давайте мы ее на подставку подставим. Хочу посмотреть, как она будет на подставке смотреться. Так как она, у нее сапоги на каблуках, то подставку приходится, крепление, вернее, подставки достаточно высоко поднимать. То мне кажется, я ее не зафиксировала. Видите, здесь вот я уже на самый верх подняла. Оп. Ставим красиво.
И вот такая красивая девочка. А, мы с вами еще очки не примерили. Давайте примерим. Посмотрим, как все это будет смотреться. Вот, мне кажется, очки куколки тоже весьма и весьма идут. И такая она какая-то вся нежная, воздушная. Очень даже симпатичная. Напишите, как вам эта куколка. Хочу сказать, что две другие девочки тоже мне понравились. Ну, если будут какие-то хорошие скидки или опять-таки накопятся бонусы, то, возможно, я и других девочек приобрету, если они будут еще в наличии. Все вам показала, рассказала. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока!